Я отловил все время на этой рыбалке удилищем Blizzard от компании Megabass серия Bullet Launcher. Это экстрафастовое джиговое удилище. Длина у него 8,3 фута. Тест от 4 до 18 грамм. На самом деле, иногда я ставил приманки 22 грамма, иногда даже чуть больше. То, что тест до 18 грамм, в этом как бы ничего страшного нет. Удилище прекрасно позволяет себя на несколько грамм перегружать. И получается очень комфортно даже с тяжелым грузом осуществлять проводку. Потому что вот в этом удилище строй экстрафаст, он раскрывается, так скажем, с лучшей стороны. Потому что у него действительно мощнейший кумель, который просто практически невозможно прогрузить. И достаточно живой информативный кончик, вот именно по кончику и тест до 18 грамм. Тем не менее, удилище прекрасно справляется с крупной рыбой, удилище очень легко ее, так скажем, утомляет, удерживает. Вот был пойман очень неплохой судак, были поимки крупных щук. Так что, отправляясь на джиговую рыбалку вот такого формата, используя груза там в среднем от 14 там до 20 грамм, в принципе, можете обратить внимание именно на эту модель. Для ловли на джиг я взял свою любимую универсальную детонаду до 21 грамма. Этот спиннинг вообще очень универсальный, можно ловить не только на джиг, но в основном я его использую для ловли на джиг. То есть у него достаточно чуткий кончик, можно отслеживать дно по кончику спиннинга. Вот. В то же время мощный бланк позволяет форсировать вываживание. Достаточно легкий, хорошо лежит в руке. То есть это у меня вообще основной рабочий инструмент, скажем так, в течение года. Легкий перегруз, бланк удерживает очень легко. То есть 26 грамм можно кидать не совсем силовым забросом, но достаточно уверенно. Никаких проблем нету. Палочка отработала великолепно вот в эту рыбалку. То есть, ну, никаких нареканий у меня к этому спиннингу нет.